матом не ругайтесь в прямом эфире. А вы слышали, как он сказал, матом не ругайтесь в прямом эфире, а потом тихонько, блядь. Че, Денис, полезли дальше? Ну, что скажешь, там навигатор. Полтора километра до туда осталось. Да вы шли 40 минут. Да. Вот если сейчас пешком направо повернуть. Сказано, давай сфоткаем объявление и самовывоз напишем. 180 тысяч продаем машину. Давайте не стойте, думайте быстрее, принимайте решение. Я пошел туда, короче. Вот такие казусы. Вот такие казусы. Кто их потащит сюда? Кто? Нет, Денис, не занимай тогда место, давай езжай уже. А он не может. Давайте как-то решать. Через машину. Вообще, они вы не едете, да? Ты можешь, в принципе, нас ждать на финише. Камеру свою.